Сегодня 30 июня 2017 года, пятница. Мы пришли за ягодой. Это около железной дороги рядом. Показать, где мы разбирали. Вот это кирпич разбирали. Вот здесь. Вот у нас строение. Ну, а так повернуть маленько рядышком. Я в круговую показываю сейчас. Это вот железная дорога идет. Вот прямо возле железнодорожной, вплотную к ней будка. Ну, а это вот гороховое поле барабаша Игоря. Железная дорога, вот вплотную. Она от деревни 2 км напрямую, а до разъезда 4 км было. Вот. Мы взяли с собой воды, хотят попить. Сейчас берут по-разному. Некоторые сидя, есть даже лежа. Рекорд держит Фросят робот. 4 полные кружки, а другие еще не по одной. Вот человека сразу видать, на что он тут способен. Говорить, кажется, не о чем. Ну, ягоду не берешь, у тебя ничего и не будет. Нет? И родители же не могли не видеть, что ребенок вообще ничего не хочет делать. Ягоды, клубника. В этом году не было дождей вовремя, они очень сильно выгорели. Но все равно маленько набрали. Набрали. А что ты идешь-то? Полная? Ну, если полная, так подожди, покажи. У тебя еще не полная по краям. И сделай, чтобы она у тебя сверху была такой. Принеси то ведро, это. Тараси, ведро наше принеси с ягодами. Вон красное стоит. Показать. Кто сколько набрал. Вот отсюда оно и ожирение, и всякая пакость. Наталья показывает, где. Там дальше всех удалилась Марина. Она с ведерком, ее не проверишь, сколько она набрала. Ну, по ведерку можно, если никто не сыпал. Ну, прям есть некоторые, одинаково все берут. Не споткнись. Давай, это, я не знаю, сколько литров в нем. Ну, больше 5. Давай, вот набрали уже полную. То есть почти полную. Почти полная. Вот какая-то пакость. Подожди-ка, я покажу ее. Кусается. Да кусается именно так. Подожди. Я не вижу, где она. Вот. Вот она. Я никогда раньше такого не видел. Что это за штука такая? Это, мне кажется, пчела. Нет, какая пчела? Это если маленькая оса какая-то. Раньше строка была такая, называлась. Все, Егор, высыпай. Кусается. У тебя вторая кружка? Да. Ну, представь себе, у Фроси 4. Так, еще кто подносит? Можно попить, Игнатий? А? Можно попить? Можно будет. Так, кто хочет попить, подходите сюда. Я хочу. Попить, кто хочет? Так, все. По порядку. Так, насыпай. Растык там, чтобы было полностью. Так, подожди маленько. Остальные не трогайте ничего, не высыпайте свои эти. Какая-то строка кусает. Так, я сейчас вас поить буду водой. Мне надо, чтобы кто-то взял аппарат, подержал. Кто может снимать? Егор предлагает. Кто? Я могу. Ну иди сюда, поставь кружку. В конце напьешься. Ничего нигде не задевай. Только направляй, где говорят, и все. Видишь тебя, на? Особенно опасно задеть вот эту вот красную. Не задевай. Где вода? Ну, показывай. Давай, Игнатий Тихонович, я высыплю. Подожди, сюда высыпайте. У кого полные, можете его сюда высыпать. Вот так. Пьем по старшинству. По старшинству. Кто самый старший? Вы. Егор? Давайте кружку. У кого пустая кружка? Вот около ведерка стоит. Вот она, около ведерочка стоит. О. Ну, давайте по возрасту. В очередь. Я позвала. Ваше пришло время, некоторые раньше просили. Но пить просто так нельзя. Не высыпать без разрешения. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну какая пакость. Мы тут ваши пришли, похоже, пчелиное гнездо. Надо отсюда выйти. Кто по старшинству второй? Тарас. Какой это раз? Мария. Наверное, я. Так, кому? Мальчики первые. Давайте. Марина.
Ну, по старшинству, у нас сначала мужчина по старшинству, но тут никого нету. Смотри под руками-то сколько раздавленных ягод. Игнатий Тихонович, можно высыпать? Угу. Так, кому? Я. Можно высыпать? Я. Ну, пейте. Да. Давай. Где у нас? Марина! Воды! Иди, попей. Давайте вторую кружку пустую. Две, чтобы было. Три. Держите, смотрите. Никогда не было. Мне пчела уже лила. Мы тут в гнезду, видимо, пришли. Так, держите. Мама, меня пчела уже лила на шее. Кружка-то берите, пейте. Что с подперся-то? Сними. Левой рукой начинал креститься. Что ты выдумаешь-то? Сними, говорю, шапку. Правой рукой перекрести. Все забыл. Держи. Ты ее не шевели, не придавишь. Она... Так, подходите, кому пить? Можно мне, пожалуйста? Потом в конце дам. Владимир Иванович, больно. Сыпать можно? Можем, у нас то ведро. Можно мне, пожалуйста? Кросе пятая? Да. Кросе пять кружек набрала. А некоторые не одной. Можно мне, пожалуйста? Ой, высосала. Давай. Ставьте. Кросе, не трогай их, они озвереют. Ай, опять! В то же место. Давайте, пейте. Вода сохранилась, а люди, они мне голову да. Моя голова вкусная. Ничего себе. Вижу. Стараться какая. У тебя бабушка. Так, сейчас вопрос задам. Можно воды? Пейте. Будем еще брать или пойдем домой? Можно домой. Еще попасть. Еще! Домой! Домой! Домой. Еще! Домой. Еще! Домой. Домой. Нашел? Домой. Ищите! Домой! 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 Нам еще греть еду. Так, кому еще пить? Кто не пил, подходи сюда. Я. Коля, ты все время где-то на отшибе. Ну какой-то как этот. Коля кружку потерял, ищет кружку. Все. Кружку потерял, кружку ищет. Да вы что, то есть дурью маетесь, кружку потерял. Где ищет кружку? Бойтесь есть матери до утра. Кружку потерял. Гаврил, держи в руке, никуда не девай. Тише. Чубук. Давай. Кружку потерял. Кому воды? Домой никто не идет, пока не найдут ему. Держите. Вот Коля. Очебучил опять. Ничего не понимаю. Он уже не знает, где я был, чего и где. Один все время он где-то на отшибе. Так, пейте, так, кому воды? Кому я налила воды? Кто хочет пить? Так, Егор хочет, пить? Но его я надо сменить на камере. Будешь? Можно пить? Так, сейчас все рассыпайтесь по полю, за руки возьмите, кружки поставьте свои. А говорит Игнатий Тихонович, спросите сначала. Игнатий Тихонович. Чего с него спрашивать? Он ну ты сам подойди. Сам не свой. Можно он же снимает. Спросит. Можно мне попить? Так, смотрите, я сейчас еще говорю, что делаете. Давай, скажи. Мне можно попить? Так еще что, где ты был? Я кричал, кому тебя нет? Игнатий Тихонович, можно я высыпаю? Кричу покажи прямо. Ему. Дальше некуда. Покажи, иди, подойди к лицу, спрашивай. Егору. Так ты где был, Коля? Нашли? Вот и ищи здесь. Ну, о чем будешь сказать? А ты думаешь говорить вот этому вот, башмаку в равной степени? Так, все? Тетенькам, куда ягоды делать? Так, ягоды в этом будут высыпать. Другой. Можно высыпать? Нельзя, пока кружки поставьте свои. Сейчас пойдем ее искать. Вот там, где отсюда торчит. Так. Давай. Сюда все подходите. Можно мне? А вон кружка твоя налитая, бери. Так, стой, Мария, сейчас. Берите за руки друг за друга, вот так, до него, чтобы было. И идти искать. Я с кем разговариваю сейчас, а? Подставьте околодец около дороги. Ведра, кружки. Ну не на дороге же, на дороге-то поедет, все раздавят. Поближе к велосипеду поставьте. Не забудьте, где сейчас стоит. Не забудьте. Так, сюда идите. Поставьте, идите сюда. Разговоры никакие не должны быть. Кружки поставьте. Где она? Игнатий Тихонович, чебрец. Отойди от меня сейчас, мне не до этого. Берите за руки вот здесь у друг друга. Ну, нашли, нет? Нашли. Что она говорит? Нашли. Нашли. Ему веревочкой привязывать кружку надо. А мать-то в нем уже героя видит. Так, вот сюда встаньте все. На дорогу? Давайте...
быстренько встаньте, чтобы видно было вас. Вот он мне сказал, встаньте, она сидит. Вообще дисциплины не знают. Я говорю, встаньте вот сюда. Он, смотри на него. Он даже ноль внимания. Он вообще не понимает, что с ним разговаривает. Простой русской речи нету. Поставь тут кружку. Так, внимательно. Поднимите руки. Кто за то, чтобы... Убери с дороги-то. Глупое совсем создание получилось. Не хватило материала у матери на мозги сыну. Так, внимание. Кто за то, чтобы еще остаться и побрать? В нашем распоряжении полчаса. Поднимите руку. Так, держите. Держите, я считаю. По порядку. Так, раз, два, три. Так, опустите. Вы уже и второй раз не поднимаете. Теперь, кто за то, чтобы сейчас забрать кружки и идти домой? Ну, я думаю, считать не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15 и 2. Все, решено. Уходим домой. Ура! Так, собирайте кружки, высыпайте все, что у них есть. Не просыпьте кружки. Высыпайте из кружек. Даже не полные, вон туда, в то другое ведерко. Высыпайте. Я сказал, высыпайте из кружек. Она пошла с кружкой с ягодами, кажется. Вон крикни, она не слышит. Куда пошла? Валерия, куда пошла, когда ни разрешения-то не было? Нее нету, сказала, выспала. Уши-то запечатали башлыками. Так, все? Мне воду брать? Да, воду бери. Так, выходите на трассу. Кружки покажите все, у кого кружки? У кого кружек нету, кто потерял еще? Оля, иди сюда. Тарасик, где кружка твоя? Вот его кружка. Вы за Тарасом посмотрите. Оля. Тарас, где кружка твоя? Что? Здесь его кружка. Леонида. Вот его кружка. Где его кружка? Вот она. А твоя это, где? Тихонович. Моя там. Сейчас где возьмешь. Там? Ну, он между велосипедом. Ну, отдай ему его кружку-то в руки-то. Он совсем парень сбился с ума. Говорит, с катушек съехал. Так, кто возьмет большое ведро с ягодами? Я. Бери. Так, никуда не ходите пока, подождите. Давайте Бога поблагодарим. Давайте. Пожалуйста. Так, иди сюда, Коля. Ты отстал, ничего тебе нигде не будет. Давайте молитву почитаем. Давай молитву. Понимаешь, почитаем. Не может на тебя работать все общество на одного. Приноравливайся. Я дальше только зашли за ягоды и поплелся в другую степь. Ну что за тобой, с собаками искать? Так, благодарим Бога. Господи, слава тебе. За все твои милости, щедроты, которые оказал нам на этой земле, благослови ее и всех живущих здесь. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию.